разборы очень помогают именно для того, чтобы всю информацию собрать воедино, посмотреть с другой стороны, вот прояснить для себя какие-то моменты, вот что-то для тебя понятно, а где-то провал, пробел. И в разборах, особенно вот сейчас изучая книги Бехтерева, очень это классно видно на всех этих примерах, и вся информация оседает по полочкам. А если вот брать такое сознание от самой учебы у Ирины Николаевны с самого начала, то самое важное, что ты действительно начинаешь, перестаешь крутиться в идиотской сказке, перестаешь верить в какие-то чудеса, там, подстраиваться, быть в инфантильном состоянии, а четко понимаешь, что все, что создал ты на сейчас, это сделал ты, это результат твоего выбора. Берешь эту ответственность, и от этого очень намного проще, легче и интереснее жить. С пониманием, что ты можешь, раз ты создал это, то ты можешь сделать еще лучше. Давайте. Именно занятия по книге господина Бехтерева, я считаю, они действительно закрывают все серые пустые зоны вообще в обучении, которые иногда появляются, и ты понимаешь, это говорится только с другой стороны. И чаще всего вот в каждом уроке для меня есть что-то новое, какое-то открытие, которое мне дает такой импульс, заряд для продолжения. Даже нашей встречи для меня это что-то вроде не мотивации, а вот такого толчка, потому что понимаешь, что ты не одна, ты видишь результаты других людей. Что касается своих собственных результатов, да, это состояние, это первое, что я у себя заметила. Я стала очень спокойнее, чем я была. Я четко понимаю, ну, по большей части, что происходит, как мне нужно поступить. И чаще всего я начала побеждать в этих ситуациях. Я частенько горжусь собой, потому что в моей жизни побед было не так много, и это действительно дает какую-то уверенность в плане того, что ты можешь управлять своей жизнью, всеми этими процессами, и приходит понимание, что на самом деле управлять собственной жизнью – это только в твоих руках. И это на самом деле такая сила. Как говорит Ирина Николаевна, «Yes, я могу». И только собственные результаты дают веру в себя. Это, да, это действительно так. И я занимаюсь там чуть больше 2 лет. И за эти 2 года у меня такие изменения происходят в моей жизни. Для меня это как чудеса. Я не понимаю, откуда, но появляются люди, возможности. Складываются так ситуации. Я намеренно этого не делала, оно просто само приходит. За этот период моя жизнь кардинально изменилась. Я увидела столько людей, увидела то, чего не видела раньше, открыла для себя многое. И, ну, мне очень нравится вообще заниматься, я вообще люблю учиться, и такое ощущение, что я не зря живу. У меня появился какой-то смысл. Раньше я все время была в ощущении какая-то грусть. Вот просто грусть, вот что что-то не то. Я не могу конкретно сказать, что не то, но вот было ощущение, что что-то не то. Сейчас это ощущение ушло, появился какой-то смысл, и моя жизнь наполнена смыслом. И я четко понимаю, что нужно делать. Даже для того, чтобы поднять настроение, я просто включаю вас и начинаю слушать. Мне уже это дает какой-то заряд, я вспоминаю, все прокручиваю, все садится как полочка, будто масса какая-то набирается.